Так. Что ж, так подожди. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройки своего аккаунта тег создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн и будем обсуждать тему новой карты Сандал ремастер, который у нас уже, соответственно, вышел, но вышел на тестовом сервере. Да, уже можно зайти на вроде бы второй тестовый сервачок, или первый, нет, вроде второй тестовый сервачок, или первый. Короче, на какой-то тестовый сервачок надо зайти, или второй, или первый, и можно уже непосредственно поиграть на этой самой карте. Как ее сделать? Просто создаем прошку, какую-нибудь, вообще даже не важно какую. Так, кажется, сам себя, и здесь в поиске я, чтобы найти ее по бырику, по шурику, вписываю буковку R английскую, ищется у нас Сандал ремастер. И мы сейчас с вами, естественно, зайдем, то забежим, поглядим, посмотрим, что же там такого интересного происходит. Но я вам еще советую, перед тем, как создавать ее, все-таки создать в режиме паркура, потому что так будет намного интереснее, намного, соответственно, прикольней. Потому что можно будет везде полазить, посмотреть, поглядеть, что там да как у нас происходит. Естественно, все плюшки, все приколюшки мы у нас включаем, чтобы все у нас было. Так, да-да-да-да-да, это все сделано, это все запущено. Давай, запускай шарманку, я готов, давай. Все, я уж погнал, мне хочется прям просто дико посмотреть, поглядеть, что же у нас там такого наделали да сделали разработчики. Просто вчера вышел у нас трейлер на официальном, соответственно, канале Танк Online, также еще в телеге вышел, ну, короче, везде, походу, они у нас оповестили, что Форест у нас уже вот, ой, Форест, Сандал вот-вот появится, и стоит его ждать прям в скорейшем времени. Я не думал, что так скоро, буквально на следующий день он уже появится, соответственно, на тестовом сервачке. А это значит, что в эту пятницу уже, по идее, должно выйти обновление. В четверг, я так предполагаю, будет анонсик. То есть завтра. И в пятницу у нас уже выйдет обнова, где можно будет у нас потусоваться, поиграть. И, соответственно, по этой карте, может быть, даже будет какой-то особый режим сделан. Я так думаю, было бы весьма логично, дабы не искать ее просто в списке битв или в матчмейкинге обычном, а делать какой-то отдельный формат с повышенными голдами, чтобы ребята заходили, чтобы ребята, соответственно, старались там, играли и всячески такими приколюшками занимались. Так, подожди. Это же у нас первый прогруз, да? Я тебя понял, я тебя услышал, это у нас первый прогруз, соответственно, в танчике. Это значит, что меня будет грузить прям 1000 лет, 2000 лет, 3000 лет, а возможно даже и 4. Ну ладно, я вообще не переживаю. И вот тут ты думаешь, я переживаю? Нет, не переживаю. Поэтому сейчас прогрузимся, сейчас все будет. Все-таки не забываем, что это тестовый сервачок, хоть я здесь у нас буквально, не знаю, зашел четвертым чуваком смотреть. Я не думаю, что здесь, знаете, какой-то прям дикий ажиотаж из желающих поглядеть и посмотреть. Вроде бы такого у нас еще и нету. Это, не знаю, помните, остались ли такие зрители, точнее, кто помнит времена, когда только на секунду, на полминуточки откроется тестовый сервак, и там жесть проходит. Так. Что ж, так подожди. Мне нужен тут товарищ Васп. А я вроде Васпика не могу приобрести, потому что осень. Потому что надо его выбивать, а я у нас в магазинчике, да? Ну ладно, поиграем, как говорится, пошатаемся у нас просто на обычном викинге. Так, текстурочки, кирпичики такие. Я вижу здесь у нас новые текстуры, которых не было на предыдущих картах. Форест, ну от Фореста, соответственно, тоже есть некие такие части. Вот это вот тема. Так, прозрачный или нет? Прозрачный, блин. Ну что такое, что за дело? А почему я не могу заюзать нарку? Так, я понял, почему я не могу заюзать нарку, потому что я у нас прокачал дрона, но его почему-то не одел, да? Угу, ну бывает,
Бывает. Ничего страшного, бывает такое, но это тестовый сервер здесь, как говорится, от этого никто не застрахован. Бывает, что бырику по шурику по бырику прокачиваешь, а у тебя оно нифига не полезет. Ладно, ладно, я даже запись не буду останавливать, вырезать эти моменты, как есть, так, соответственно, и будет. Но только побыстрее, пожалуйста, мы же все-таки обновились уже. Первый раз я понимаю, что тебе сложно загрузиться на эту карту, как не работает, все логично и хорошо, и отлично, но потом должно все четенько вырубить. Так, у меня хотя бы дрон оделся мой. Батарейки, кстати, еще до сих пор продаются, но дронов у нас уже нету. Никаких. Да, все, дрончик у меня имеется. Дрончик у меня есть. Блин, там дом. А это домик прозрачный, а это домик непрозрачный. Хорошо, хорошо. Просто предположения по поводу вот этих башен были тоже достаточно такие интересненькие. Блин, а я так-то не пролез, да, мне в любом случае нужно будет. А если я у нас, допустим, знаете, что сделаю? Сейчас, подождите. Я же могу у нас, по идее, где это у нас покупается, в устройствах взять себе какое-то облегчение, да? И по идее, вроде как, мой корпус будет полегче. Я у нас, возможно, смогу его так взять, приподнять и проехать туда. Вот, вон туда, да, именно туда я хочу. Я хочу посмотреть, что там за постройки. Ну ладно, хотя мы туда чуть попозже пройдем. Просто сейчас, не знаю. Меня почему-то всегда тянет за ту грань, за которую у нас нельзя, соответственно, забраться, да? О, вот такими темпами. Нужно было, короче, просто перед роликом взять и, соответственно, по бырику, по шурику у нас выбить васпик. Ладно, давайте погоняем, посмотрим, поглядим, во что у нас превратилась карта Forest. Блин, такие обросшие, я не знаю, вот эти вот каменные штучки выглядят прям прикольно. Я не знаю. Вот кто бы еще не говорил. Решетка, смотри, какая. И там у нас тоже какие-то всякие штучки. А если там читеры будут прятаться всякие? И как оттуда? Огнеметом выкуривать только по-любому. Блин, не знаю. Вот серьезно, кто бы что ни говорил, как бы я у нас плохо не относился к обновлениям, которые разработчики выводят в плане вот этого вот выкачивания доната и так далее и тому подобное, всякие убирания фишек, возможно, флешатом, кто-то у нас тоже жалуется по этому поводу. Но вот когда выходят такие текстуры, новые обновленные карты, блин, боже мой, как же мне это нравится, такие, я не знаю, плиты железные, здесь у нас раздолбленная плита, по которой также можно беспрепятственно, соответственно, заехать. А если я провалюсь куда-нибудь? Наверное, нет, все-таки. До такой степени это все у нас не продумано, да? Не проработано, хотя... Ну нет, это вроде как текстура просто сделана. Вроде едет он у нас абсолютно ровно, но эффект создается просто суперский, просто бомбический. Блин, не знаю, какое-то новое прям вдохновление, новое воодушевление всем вот этим объектам, которые у нас вводятся в игру. Ну и давайте, мы у нас посмотрели центр карты, теперь можно перейти у нас на небольшой, соответственно, обзорчик того, что у нас находится за картой. Так, давай переваливайся, жирнушечка. Так, вот это, по идее, штука должна быть прозрачной, где-то вроде как-то кого-то кикало, когда он заходил, заезжал под эту штуку, но вроде все четко, все нормально. Карта, блин, здесь где-то у нас по-любому будут места, где у нас можно будет провалиться, да? Я прям жопой чую, что где-то можно будет это сделать. Так, ну там вроде бы еще можно у нас проезжать, да? Относительно до вот этого леска, до вот этого дерева я у нас смогу доехать. Я вот так буду пульками проверять, до какой степени. Но и по идее, вот здесь вот должны у нас уже быть текстурки проваливающиеся, да? А, нет, здесь даже типа как стена такая сделана. И здесь, наверное, у нас уже проваливается, да? Нет? А где провал? А, здесь не стали делать такую тему, как с бесконечными. Здесь просто лесок, который... Все, я понял. Я понял, значит, по идее, в теории... Да ни хрена так-то, какая карта огромная. А не будет никого, никаких лаг происходить. Так, деревья у нас некоторые прозрачные. Это все у нас сделано для декора, но безумно интересно также здесь у нас погонять, поискать какие-то штучки, какие-то пасхалочки. Возможно, как какая-то была маска в свое время на дереве каком-то на карте. Песочница. Здесь вроде на деревьях ничего такого прям сверхъестественного, необычного нету. Домики, которые также у нас будут попадать пульки, вроде как даже они у нас нормально прорисованы. Ну вот эти штуки, это все понятно, все прозрачно. Сделано это для того, чтобы вот визуал такой сохранялся, но при этом комп ваш особо, соответственно, не напрягался. Блин, боже мой, на школу мою старую похож, где я у нас учился. Прям такая же древняя была, и окна тоже разбитые там были. Вот прям в натуре. Один в один практически, но вроде как нет.
Вот что, за что действительно обидно, так это за вот эти вот трубы. Объясню почему. Просто вокруг вот этих труб сходили, соответственно, легенды у чуваков, которые занимаются паркуром, что, блин, было бы неплохо залететь на эту карту и вот, соответственно, покорить эту самую трубу. Просто взять и забраться на нее. Не знаю, ну, скорее всего, как я, опять же, сразу на этот же вопрос сказал, что, ребята, не надейтесь. Потому что сооружение такое прям большое и огромное, и как бы оно у нас в недосягаемости, никак контактировать с происходящим на этой карте она не будет, и делать ее, соответственно, в виде текстурки нет никакого смысла, потому что, ну, запаркурить, только ради паркура нагружать, перегружать компы, соответственно, ребят, которые будут играть на этой карте, нет, конечно, таким у нас разработчики заниматься не будут. Но вот как сам факт такой, да... Было просто прикольно, знаете, зайти и попытаться на вот этой штучке как-то у нас, не знаю, постоять. Кто вообще первый покорит, сделать какой-нибудь стримчик с покорением вот этой штуки, да? А так получается, ну, ни туда, ни сюда. Так, ладно, на этой стороне мы уже везде побывали, поехали теперь на ту сторону. Трубопроводы такие тоже у нас в городе имеются, штучки, но они тоже все у нас прозрачные. А, я сперва думал, это гильзы, а это по итогу у нас трубы идут. Теплопровода. Ага. Боеприпасики опять ящички. Такие же, как на форусте я у нас встречал, да? Там у нас танчик стоит, контейнеры, текстуры эти, естественно, анимешны. Без анимешных текстур, естественно, никуда мы с вами не идем. И здесь у нас еще имеется одно здание. Ну, так-то, по идее, самих как зданий не супер много, и не все плюс-минус одинаковые. Но, скорее всего, для этой карты большего, как говорится, и не требуется. Ты типа просто заходишь, видишь какой-то визуал, особо сюда все равно ты внимания обращать не будешь, но, как говорится, боковое зрение у тебя будет приятно удивлено тому виду, который у тебя открывается с данной карты. Там какие-то здания, какие-то постройки. Здесь у нас вас взял и джарджавел. Просто. А ты что так заржал? Ты тоже на спорте? Ну, бывает, привидением. Привидением молодой человек у нас заделался. Но, опять же, на флеше вот такую штучку, кстати, вроде как прозрачно сделать было нельзя. Не знаю, как-то это решалось или нет. И там на все объекты можно было запаркурить. То есть, если небоскреб какой-то делается, на этот небоскреб можно, мать его, забраться. Вот, а здесь получается, ну, такое нельзя. Ну, такое единственное, вот эта башня. А теперь на эту башенку можно у нас забраться? Ты у нас то внутрь не свалишься. Просто есть же башни, с которой... Ух ты, ёпрст. Ну, прикинь, как в прятки здесь хорошо играть. Просто спрятался и сидишь. Никто тебя не видит. Сейчас залез в текстурки, флексишь, оверку заюзал. И только оверка тебя будет где-то палить, потому что будешь у нас как дикая собака плеваться во всех проходящих мимо. Блин, ну, по факту, по сути, прикольная такая штука. Опять же, как-то, возможно, я сильно непривзято к этому отношусь, как-то с какой-то степени, maybe, не могу нормально оценить, но очевидно же, что работа прикольная. Вот такие все нововведения в виде просто текстур, в виде такой халявы, для меня это всегда приятно, для меня, соответственно, это всегда интересненько. Поэтому это хорошо, это отличненько. Не знаю, как вы... Но я прям в диком восторге. Блин, круто! Круто! Прям 100% круто. Ладно, на этом с вами будем заканчивать данный видеоролик. Кому он понравился, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а с вами был Вайдер. Всем пока-пока!